Лиза, это что? Это, девочки, молоток. Чё это? Ну, у вас же камень, а у меня молоток. Я победила, ура! Лиз, там нет молотка. Есть только камень, ножницы, бумага. Так что ты вводишь, жулик. Ну вот. Ну ладно. Прячьтесь. Раз, два, три, четыре, пять. Сюда на меня точно не дойдет. Ой, я сюда не залазила. О! Там она меня точно не найдет. Так, все, я это, пошла искать. Все, я иду искать. Где же они? Нет. Эй, ни за что в жизни. Ага, вот ты где. Да тише ты. Ага, попалась! Так нечестно, эта штука меня выдала! Чё она так орёт? Ах, что за шум, девочки? Эта штука так орёт! Ой, я знаю, что это. Это же видеокассета. Чего? Ну, с помощью него смотрят видео. Странный какой-то телефон. Где экран, где кнопки? Это не телефон, это видеокассета. А вот с помощью той штуки смотрят, что на ней. Этой! Угу. Тут какая-то очень страшная картинка. Смотрите, на обороте надпись. Лишь раз взглянув на него, звук его сирены поглотит тебя до всего. Ух ты, давайте глянем, что там. Ты прикалываешься? Мы всегда, всегда делаем, что ты говоришь, и мы всегда попадаем в неприятности. Ну ладно вы, это же всего лишь запись. Че, струсили, а? Я на это не куплюсь. Мы на это не купимся. Да, Лиза? 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 Девчонки, я уже все подключила и включаю видео. Давайте скорее глянем, что там. А? Я с тобой! Что? Вы издеваетесь, что ли? Так, даже не думайте, даже не думайте. Если вы включите, я за себя не отвечаю. Я уже включила. Не вздумайте даже нажимать на плей. Я уже. Ну, и где? Очень жутко. Так, я избавлюсь от этой кассеты. Шутка, что? Ты чего? Я не могу двигаться. Кассета меня не пускает. В каком смысле? Она как будто не хочет. Девочки, что-то нехорошее. Ты куда? Это не я. Это кассета, девочки, помоги! Что за фигня? Фу, вроде остановилась. Что происходит? Что она делает? Она танцует. Она туда ходит. А я не пойду. Отпусти ее! Я не могу, она
понял. Ты как? Кассета отпустила меня. А где она? Да, в лес куда-то улетела. Что это за звук? Что это такое? Не знаю. Надо его как-то отвлечь и бежать в дом. Смотрите, у него вместо головы сирена. Да. Значит, это те же колонки, верно? Верно. А что если я подключусь к его колонкам по блютузу? Ты думаешь, это сработает? Есть идея лучше. Пробовать стоит. Включаю блютуз. Смотрите, нашла одно устройство. Называется сиреноголовый. Подключаюсь. Bluetooth mode. Отлично! Это сработало! Да. Есть! А теперь навалим громкую музыку! Давай, включай! Давай, на всю! Бежим! Этой музыкой вроде страшно, но хочется ругать. Ксюша, сделай что-нибудь! Вот так лучше, теперь хотя бы страшно. Мы оторвались от него. Фух, я так столько даже на физре не бегала. Чем так воняет? Не знаю. Вы офигели, что ли? Чего вы на меня-то смотрите? Стало страшно. Ну, со всеми бывает. Вообще-то это не от меня воняет, а от вот этого столба. Поняли? И правда. Какой-то странный столб. Так, девчонки, главное без резких движений. Я не могу без резких. Я от страха сейчас трясусь. Девочки, бежать уже некуда. Скорее в машину! Быстрее, девочки, да вы куда-то! Там какой-то непробиваемый! Дави на газ, чё стоим! Через эту штуку прыгать.
такой. Да все, мы спасены. Что? Не смог нас поймать? Да-да-да. Что, выкусил? Ой! Ну, самое главное, не выходи из дома. И он сам идет. Он ушел? Я его не вижу. Так, кто выйдет и проверит? Давайте скинемся. Суефа! Ой, Лиза, у нас молоток. Мы разбили твой камень. Пуф-пуф. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Чего? Ты проиграла, ты проиграла. Иди, 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 иди. Давай, проверим. Все, что он ушел. Я 100% в этом уверена. Да-да-да-да, давай, иди, иди. Я не поняла, как разбили камень. Это запасной вход? Нет. Чего тут есть запасной вход? Госпожа Лиза, что мне делать? Сторожу этот вход, а мы сейчас. Хорошо. Какой он страшный. Или страшно? Не страшно, мальчик или девочка? Лиза, какая сейчас разница? Тихо. Стойте, а эта идея, у меня есть план. Мы как раз и узнаем, кто он, парень или девушка. И кто это? Это девочка с сиреноголовой. Ой, жених и невеста. Из чего ты взяла, что это сработает? Ох, девочки, какие же вы глупые. Он же как колонка. И это тоже колонка. А это платье и парик. Платье и парик. Вуаля! Получилась девочка сиреноголова. Все по местам. Теперь включи молитву. Итак. Юфу, привет. Это ты мне? Тебе красавчик. Красавчик? Привет. Откуда здесь такая красивая колонка? Наверное, одинокая. Ой, си-си-си, совсем одна. У меня нет парня сирены, если ты об этом. Нет? Ну это же здорово. Ой, я хотел сказать, может мы как-нибудь погуляем по лесу, попугаем людей. Си-си-си, я даже не знаю, я согласна. А теперь дальше по плану. Алена? Ну нет. Алена! Вот я ему говорю, слышишь ты, стоп, ты кому это сказал? Я здесь, чтобы объявить вас мужем и женой. Чего? Ой, как неожиданно. Я согласна. Чего? Согласна? И как это романтично! Да тихо ты! Отлично, объявляю вас мужем и женой! Лиза, давай, Гастон, вперед! Здравствуйте! Позвольте вас проводить ваше свадебное путешествие. Билеты уже куплены. Чего? Свадебное? Дорогой, это так неожиданно. Скорее пошли. Да, я такой. Пошли, дорогая.
Юфу, свадебное путешествие. Да, наверное. Правда, я не знаю, что здесь происходит. Увидите как можно дальше. Слушаюсь. Пойдем, родная. Пока! Пока! Да! Ты что плачешь, Лиз? Это так романтично. Надеюсь, они назовут своих детишек в нашу часть. Назовут, Лизу. Да, пошли.